на канале Fox TV продолжается показ турецкого сериала «Запретный плод», и уже известна дата выхода новой, 81-й серии. А пока напомним, в предыдущей 80-й серии нам показали, что приблизился день судебного заседания в отношении бракоразводного процесса Андер и ее мужа. Супруги дали свое согласие перед судьей на расторжение брака. После этого события Йылдыз встретилась с уже бывшим супругом Андер и стала ему обо всем этом рассказывать. Она также сказала, кто все это подстроил и кто виноват в их разводе. Также Йылдыз обозвала Кая настоящим глупцом, ведь он повелся на чьи-то выходки и довел дело до развода. Йылдыз заявила Кае, что он во всем виноват, так как сам обманул Андер. И он сильно удивился такому заявлению. С Йылдыз встретилась Андер, и в ее голосе было разочарование, ведь подруга обещала все уладить, но так и не выполнила своего обещания. Помимо этого, Андер назвала Йылдыз предательницей. И Шахика не упускает того момента, что Андер и ее брат смогут примириться. Но это никак не должно коснуться ее и компанию. Теперь Шахика принялась за Йылдыз, и она хочет сделать ее несчастливой. Она старается убедить Халита в том, что он сильно ошибается в Йылдыз. И когда Эндер стала ругаться с Йылдыз, то назвала ее сумасшедшей. Как она может выходить замуж за Халита, если любит Керима? И этот разговор услышал Халит. 81-я серия выйдет 19 октября на канале Fox TV с переводом после 20 октября. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.